Топ-10 вещей, о которых женщины лгут мужчинам. Да, женщины действительно загадочны. Хотя они пытаются сказать правду и быть честными, есть вещи, которые они хотят скрыть. Итак, давайте раскроем завесу тайны и выясним, когда женщины лгут, их причины. Кстати, будем благодарны, если поддержите наш молодой проект своим лайком и подпиской. А мы продолжаем. Факт номер один. Она врет, чтобы парень почувствовал себя лучше. Мужчины любят думать, что их женщина немного зависит или нуждается в них. Вот почему некоторые женщины склонны преувеличивать сложную ситуацию, чтобы получить помощь своего мужчины. В основном эти ситуации могут быть легко решены самой женщиной. Факт номер два. Скрывает менее привлекательные факты. Некоторым женщинам нравится скрывать тот факт, что они были не очень привлекательны в молодые годы. Существует так много женщин, чьи парни никогда не видели их детских фотографий. Это потому, что их детские фото были не такими привлекательными, как взрослые. Факт номер три. Врут про количество мужчин, с которыми они встречались. Женщины не говорят своему партнеру о том, сколько парней у них было в прошлом. Это факт, что каждая женщина думает, что если она расскажет правду своему партнеру о своих прошлых отношениях, тогда есть вероятность, что ее партнер уйдет. Факт номер четыре. Фактическая сумма денег, которую они потратили. Когда женщина идет по магазинам, есть вероятность, что она не укажет точную сумму денег своему партнеру, которую она потратила. Причина в том, что иногда женщины тратят столько денег на покупки, что в конечном итоге спрашивают себя, зачем они это сделали. Факт номер пять. Разговор с бывшим. Многие женщины лгут о деталях беседы, которую они вели с бывшим. Представьте, что вам звонит бывший перед вашим партнером. Чаще всего женщины солгут, кто это был на самом деле. Факт номер шесть. Обманывает многих других парней, которые любили ее в прошлом. Женщинам действительно нравится, когда их парень думает, что она была неприступной для других мужчин в прошлом. Многие женщины любят преувеличивать количество парней, которые ухаживали за ними в прошлом. Даже если это была всего лишь легкая симпатия, многие женщины рассказывают своему парню, что этот человек был влюблен в них до безумства. Это заставляет мужчину думать, что женщина очень желанна и ему повезло, что именно он наконец заполучил ее. Факт номер семь. О внешнем виде. Есть много случаев, когда женщины нечестны в том, как их парень физически выглядит. Предположим, что ваш мужчина только что вернулся из салона, и у него была долгожданная стрижка. Он чувствует себя очень довольным собой, и он действительно доволен новым видом, но не женщина. В таком случае многие женщины лгут, потому что они не хотят, чтобы их мужчина чувствовал себя неуверенно из-за своей внешности. Факт номер восемь. Врет о безрассудных вещах, которые сделала за день. Женщины не любят делиться тем, что они делали со своими подругами, пока были вместе. Женщины всегда делают самые безрассудные вещи и даже склонны становиться немного небрежными, когда находятся с компанией, в которой их не осудят. Поэтому склонны лгать своему партнеру о своем времяпровождении. Факт номер девять. О вещах. Она говорит: «Мне совершенно нечего надеть, потому что то платье, которое мне нравится, я уже надевала совсем недавно. Нет, в другом я не могу, у меня в нем ноги толстые». На самом деле у нее полный шкаф одежды. Факт номер десять. Цветы. Если вы услышите, я правда не понимаю, зачем дарить мне цветы, это пустая трата денег. Значит, она очень сильно хочет цветы. Друзья, напишите, если согласны с этими фактами. Также не забывайте ставить лайк, колокольчик и подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующем видео.